лежал 20 дней. 20 дней в коме. Мать дочери. Говорят же, вот как собаки. А у нас, вот видите, что это? Дерзкая. Мелкая-то дерзкая. Вот рефери. Чё ты? Что ты на мать-то сигаешь? Что ты сигаешь, она тебе кормить не будет. Вот с этой маленькой играются все. Кот с ума сходит. Не прожил и дня даже. Когда уезжала наша рыжая жовка. Вот они. О, видишь, как он ее. Иди, говорит, сюда. Давай, говорит, мы с тобой кутнем. Вот она, вот так вот. Теперь смена кота. Теперь кот. Вот, причем он то его кусает ногтями, то облизывает. То есть котик облизывает полностью маленькую нашу девочку, щеночку. Так, ну... Что, вот я не могу понять, что матери хочется дочери доказать? Непонятно. Она не подпускает к тапкам? Да. Лилочка, твоя дочь ведет себя вообще разнузданно. Твоя дочурка коту еду не давала. Лапой отгоняла от тарелки. Типа, кыш отсюда, паскуда. Ты не из той конфессии. Ну, кот терпел, терпел, конечно. Это, значит, мелкая поела. Потом котик поел. Да, вот такие. Но у нас тут шовинизм иногда процветает. Ну, а потом они любят друг друга, да. А потом... ну, все, все. Сейчас она вернется к коту и будет его докапывать. Точно. А кот такой, слушай, девочка, подожди, а у меня... У меня процедуры. Вот, все, кот вспомнил. Три татушки, три тата. Материться? Очень.